поговорим о том, как должен проходить законный отлов животных, как отрабатываются обращения и как городские власти решают проблемы безнадзорных животных, какие условия содержания животных в приюте. Смотрите программу «Совет моего дома» 23 ноября в 19:30. Гости в студии – Леонид Дзюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, и Инна Тарасенко, директор подрядной организации по отлову животных.